Від імені фонду ізоляції креативної спільноти «Айзон» дуже раді бачити вас тут на вже, на жаль, наші останні події в рамках паралельної програми виставки «Озброєні небезпечні». Сама виставка буде тривати ще до 17 березня включно, тож у вас ще є можливість, якщо ви її не бачили, подивитися її. От. І наразі я хочу передати слово нашому виновнику торжества. Почти. Художнику Колі Рідному, який започаткував цей проєкт, і він хоче сказати декілька слів. А потім ми перейдемо до показу серії режисерок Анни Щербини та Валентини Петрової. А далі у нас буде публічний толк, де дівчата трохи розкажуть про те, як вони знімали, і не тільки, сподіваюсь. От. І потім ви можете задавати їм питання, коментувати і активно долучатися до дискусії. Тож передаю наразі слово Колі і далі передаю дівчатам. Спасибо. Я много говорить не буду, скажу только, что сегодня очень особенный показ, потому что, хотя выставка и открылась уже, и все остальные эпизоды сериала можно увидеть на выставке, а эта серия появляется только сейчас. На самом деле разговоры о ней начались с Аней и с Валей, возможно, с одними из первых авторок, которые должны были быть в сериале. Но по ряду причин вот у нас есть возможность посмотреть их серию только сейчас, и я передаю им слово. Ну, я думаю, что, может, мы сначала посмотрим, а потом поговорим. Валя, как ты считаешь, да? Давайте тогда не будем спойлерить, ничего тут вам рассказывать заранее, а потом просто обсудим. Да, сейчас я включу тут все. Героям слава!
себе вважаєте красивим та доглянутим? Ні, я не хочу. А ви себе вважаєте красивим та доглянутим? Марта, все готово? Да. И сколько вас будет? Предварительно около 20, только самые преданные сестры. А братья? Мы решили не привлекать мужчин, ведь это наша борьба. Мы первые, кто смогли убить феминистку в себе, нам идти на передовую. Чтобы уметь постоять за себя, нужно быть в форме. Мы открываем второй фронт, чтобы помочь нашим мужчинам в борьбе за правое дело. Мне кажется, я в розфокусі. Якщо жінки почнуть керувати країною, то я не хочу жити в такій країні. Тож маємо вступити в конфронтацію з феміністками. Хоча мені особисто їх жаль, вони нещасні одинокі жінки, що живуть у вирі собственних оман. Але ми не можемо дозволити нашому жалю поставити під загрозу світ традиційних сімейних цінностей. Якщо не за нас, то хоча б заради наших дітей. Я з тобою повністю згідна. Тепер мусимо якось максимально доступно донести це до нашого глядача. Тож спочатку я тебе представлю, а потім підемо по тому тексту, що я тобі раніше висилала. Добре? Давай. Отже, в ефірі передача «Свідки часу» та її незмінна ведуча Оксана Тризуб. Наша сьогоднішня особлива гостя – Євангеліна Гудко, душа та серце сестринства Святої Марії Єгипетської. Ми поговоримо про фемінізм та його загрози для сучасної української жінки та для традиційної української родини. Скажіть, ось ці сигарети. Я не курю. Короче, может, вы попробуете его, я не знаю. Ой, вообще, я, конечно, я на диете. Я против, конечно, таких. Такой прозрачный. Такий він тугий. Ну, я стараюсь при нем сильно не есть, короче. Ну, правильно, не, ну, конечно. У цього модель. Феминистки наступают, посмотри. Давай, последний кусочек. Нормально. Медвежонок будет доволен. Пам'ятаєте сексиміста, коли це як є? Да. Коли Керрі пёрнула Под одеялом з любовником. Так подгоняєш чоловіку коварний салатик, а потім владієш їм до кінця своїх днів. Я знаю, що це діяло. Це мій неожиданний момент. Ну, на свадьбі, коли було або виступлення, або ось цей важливий танець, вона дуже громко пёрнула, і всі засміялись. І, в общем, їй було настільки стидно, що цієї ночі вона повісилась. Представте? Це драма, вона реально не змогла з цим жити. Ну, це була ваша невеста, драма «Передача невеста». Ребята, ну вона повісилась, вона реально погибла за стид. Куда уже хуже? Человек погиб. Подожди, то есть это распространенная сюжет? Ну я ще чула багато історій, як дівчата приходять на свідання і хочуть покакати, і замість того, щоб іти в туалет, какають на балконі, наприклад, в пакет теж.
Ну, вона, наприклад, стесняється йти в туалет, бо це ж понятно, що вона там буде робити. А так вона, типу, на балкон йде покурить, а сама там какає в пакет. Я однажды не повесилась только потому, что подумала, что я слишком жирная. И если я повешусь на люстре, то люстра упадет на меня, и будет очень стыдно. Люди будут ржать, что она такая жирная, что повеситься не смогла. Не, ну да, нормально, деньги шило, как бы. Спасибо, это моя любимая. С Александрой Скляр, потому что, ну, она красивая. Мне, честно, я бы тоже за Скляр переспала, конечно. Слушайте, какой пост сестринства Святой Ольги на Катихоне. То, чем они занимаются в постели, чудовищно. Должно быть объявлено вне закона. Похоть застит им глаза. Да, нужно принять закон. Они преследуют нас с детства. Они хотят, чтобы мы все стали, как они. Псы, эти пьяные женки все Как вам такое? И сеточка даже. И сеточка. А чи можна вам задати кілька питань, дуже коротко? Чи вважаєте ви мене красивою жінкою? Так. Так. А чи доглянутою вважаєте? Так. А себе ви вважаєте красивим та доглянутим чоловіком? Звісно. Ну добре, дякую, хорошого вам дня. Я сиджу на маленькому стільці. Вона сідається навпроти мене. Вона просить дати їй свої руки. Спершу вона торкається моїх пальців. Далі просуває свої долоні під мої майже до самих зап'ясть. Вона бере мої руки і підносить на рівень очей. Я почуваюся відкритою, оголеною. Вона кладе мою праву руку до невеличкого контейнера з теплим кремом кольору біло-рожевої шкіри. Далі один за одним обробляє нігті моєї лівої руки пилкою. Вона виймає мою праву руку з контейнера та розміщує між своїх долоней. Спочатку вона гладить її. Далі масажує окремо кожного пальця, поступово просуваючись до зап'ястя. Нарешті втирає залишки крему мені у передпліччі. Досвід абсолютно лесбійський. Мені спадає на думку, що вона розуміє, що тримає в руках один із моїх статевих органів, і що всі ті жінки, що читають Vogue у черзі на чистку обличчя, чудово усвідомлюють, навіщо сюди прийшли і що робитимуть тут. Зараз я дивлюся на них інакше. Всі вони – таємні агентки бригади, присвяченої жіночій насолоді. Жінки виконують фундаментальне завдання, без якого еротико-політичний еквілібріум гетеросексуальності розвалився б. Тіла, яким був приписаний жіночий гендер, відповідальні за загальну політичну дерматологію. Вони доглядають за шкірою світу. Один з наріжних каменів гетеросексуальної системи – скрупульозне вилучення виробництва сексуального задоволення зі спектра послуг, що надаються жінками жінкам. Разом з тим, коли жінки доглядають за чоловіками, будь-яка процедура потенційно може бути сексуалізованою. Цілком ймовірно, що кількість жінок, які ходять на манікюр, можна порівняти з кількістю чоловіків, які відвідують масажні салони, щоб їм обслужили геніталії. Відірвавшись від цих роздумів, я усвідомила із жахом, що дівчина фарбує мої нігті червоним лаком. That girl, think she's a queen.
Да, спасибо. Да. Ну, вообще, мы хотим быть как бы честными и признаться в том, что на самом деле нам очень страшно. Немножко. Нет, немножко, очень, да. Все-таки, как я сначала. Да, ну, и, конечно, приятно было слышать, что меня, ну, не знаю, как Валя, называют режиссерками. Ну, вообще, наверное, вы все знаете, что мы вообще художницы, и режиссерками мы выступили впервые. Вот это наш такой дебют. И... А, нет, Валя... Говорю, у меня нет. Да, сори, у меня дебют, да. У Вали нет. Да. Ну и вообще в проекте мы уже участвовали, может быть, кто из вас уже смотрели другие серии «Озброенных и небезпечных», то мы выступали в роли актрис, да. И потом, как бы, да, у нас появилась идея тоже снять свою серию. Да, и можем просто поговорить про серию немного. Идея поработать с сестринством Святой Ольги, ну, просто с какими-то правыми сестринствами, принадлежит Ане. Вот. И можем начать с того, что ты можешь рассказать, почему. А, ну да, ну да, тут мы как бы отсылаем как бы к существующему сестринству, хотя на самом деле мы тут называем его иначе. Вот, мы так, ну, появилась такая идея в связи с тем, что, ну, у меня лично произошел какой-то когнитивный диссонанс, когда в прошлом году я увидела девушек, стоящих с плакатами, про то, что женщины должны как бы вернуться к традиции, что феминизм – это что уничтож... ну, там, чуть ли не геноцид, в общем. И... Отказаться от права голоса. Ну, это уже позже появились такие заявления от, со стороны сестринства, что нужно вообще женщину лишить права голоса. И все это, как бы, говорят вроде как сами женщины, при этом в своих разных интервью и... в дискуссиях, ну, они говорят о том, что они как бы очень сожалеют о том, что им пришлось родиться в таком обществе, где у женщин уже есть какие-то права, и то есть, ну, они очень расстроены и хотели бы, как бы, чтобы все изменилось в другую сторону. И при этом они используют как бы такие вещи, которые бы для заявления этих своих позиций и мнений и для своей борьбы, они используют такие методы, за которые, как бы, собственно, феминистки тоже в свое время боролись. Там, право там публично выступать, выходить там, да, вот как бы со своими публичными заявлениями. То есть на они... улицу, на телевидение, на радио, в прессу. Да, и, то есть, ну, все они как бы получили, ну, почти все, из тех, кого я так смогла, как, насколько я смогла изучить этот вопрос, не общаясь ни с кем, а просто через интернет, то они как бы почти все, ну, как бы получили высшее образование и тоже грустят очень сильно по этому поводу. Ну, то есть, да, и у меня вот произошел такой сбой, и я подумала, что нужно как бы попробовать... высказаться и свои как бы впечатления тоже передать. Вот, и вот мы выбрали как бы эту тему, и дальше уже с Валей как бы работали вместе над сценарием. Хотя я хочу заметить, что у нас были определенные сомнения, они у нас до сих пор остались, потому что, обращая свой взор на женщин, мы, мне кажется, не способствуем делу эмансипации и феминизма. Мы их в некоторой степени объективируем. То есть здесь не было какой-то там четкой критики тезисной. Вот. Но с этим вопросом мы так ничего не решили. Да, может быть, будут какие-то по этому поводу комментарии от вас. Да, ну что еще хотелось? Ну, может быть, чуть-чуть менее серьезных чуть добавлю реплик. Ну, во-первых, было очень интересно работать, и много наших друзей, тех, кто сейчас здесь, тоже поучаствовали. И это был очень классный опыт, и всем большое спасибо за это. И да, было весело. Ну, может быть, у вас есть какие-то вопросы? А кто может передать? А. Чи можна де, на жаль, ніж в об'єктивах
Больной вопрос. Рубишь опять эти Мне кажется, для репрезентации как раз, собственно, нужно дать голос тому человеку, которого мы репрезентируем или показываем. И в данном конкретном случае мы участниц сестер всякого голоса лишили. То есть мы оставили только их образ, который интерпретировали так, как ну, мы его интерпретировали, возможно, другие люди его иначе интерпретируют. И поэтому, да. Но дать им право голоса мы тоже не можем, потому что у них и так его достаточно много, и давать им право голоса – это как бы, ну, не знаю, чуть-чуть проигрывать. И... Да, я тут хочу добавить, что действительно у нас очень до сих пор остаются какие-то этические сомнения, потому что, например, такой вопрос. Вот, да, вот, мы осознавали, что мы как бы используем… Как бы, что мы производим некоторую объективацию женщин, при этом мы сами являемся женщинами. И ну, тут становится вопрос, вот, да, вот, как бы, могу ли я солидаризироваться со всеми женщинами? Да? Ну, наверное, нет. Точнее, я могу сказать, что нет, я не могу солидаризироваться со всеми женщинами. И эти женщины, с которых... Ну, там, представительница сестринства Святой Ольги, это те женщины, которые как бы выступают, по сути, оппонентками, да, но при этом в какой-то диалог мы тоже не можем вступить, потому что показывает практика, это бессмысленно. Да. Я хочу уточнить про угнетение, про солидаризацию. Солидаризация происходит в том моменте, когда есть какое-то общее угнетение для одной или нескольких групп людей. И, конечно, там глобально, мне кажется, что они угнетены не меньше нашего, но они не выступают против своего угнетения. Вот. А навязанная как бы силовая эмансипация не ок. Поэтому мы не можем их ни эмансипировать, ни солидаризироваться с ними. Можем их только объективировать, какие мы. А ви могли б сказати, ну, що ви зробили з цими, ну, з цим сестринством? Ось ви сказали, що ви присвятили йому вашу роботу. А яку історію ви розказали? Ну, ось, на ваш погляд, чи... який був ваш задум. Безвідносно політкоректності. Ну, мені, наприклад, здається, що тут ну, не дуже є сенс говорити про об'єктивацію, тому що ви не знімали цих жінок, ви не говорили, не розповідали їхні особисті історії, а ви якраз працювали з якби стратегіями цієї антифеміністичної чи, репрезентації, яка є у нас в Україні, ви якраз щось робили з тими відео, які використовуються для антифеміністської якоїсь адженди. Ну, тому я думаю, що тут якби ваш шлях такий деконструктивістський радше. Ну, на мій погляд, звичайно, я не буду нав'язувати цю інтерпретацію, але мені цікаво ось почути справді, в чому була ваша історія в цьому фільмі, тому що він, звичайно, такий ну, дуже яскравий, дуже красивий, і одразу все багато розказує, хочеться дізнатися ваш наратив. Так, я скажу, як я це сприймаю. Мені здається, що ми поіграли. Ми поіграли, представили себе на їх місці, и представили их на нашем месте. И не знаю, насколько это получилось, но была какая-то идея в том, чтобы как-то это все смешать и посмотреть, что вот из этого смешения получится, кроме мешанины. Да. Ну да, я тут согласна насчет игры. И, то есть нам... Ну, мы тут как бы используем, на самом деле, вот, не знаю, насколько тут это сразу ясно, но то есть тут, например, музыка и там стих, которые использованы, и тексты, это все как бы наоборот, как бы из больше феминистской, да, там, практик. А, и, ну, и как бы
Когда мы, например, снимали сцену на кухне, мы, как бы, приглашая девочек, мы заявили так, что мы хотим представить, что вот мы вот такие вот некоторые сестры, которые собрались на кухне, и что мы тут будем делать. И поначалу было так много скованностей, мы, как бы, пытались говорить шаблонными фразами, которые мы там наслушались от антифеминисток там в том же интернете. Да, но потом как-то это все начало распадаться, и тоже было, у меня лично была в этот момент такая фантазия, что на самом деле у них, по идее, тоже такое может случиться, что типа они сначала как бы... Да, что все как бы кухонные разговоры приходят как бы в одно. Да, ну что у нас получилось? Ну, как бы, наверное, что мы хотели, точнее сказать, ну, мне кажется, мы сказали, и как бы... Тут уже интересно говорить о том, что получилось, а не о том, что мы хотели. Но спасибо за интерпретацию, мне интересно. А у меня вопрос, кстати, был именно... Раз. А, работает. По поводу вот этой сцены на кухне. Она мне показалась немножко другой, чем все остальные, потому что во всех остальных мне было все понятно, ну и там было все понятно, но по-другому понятно. Но мне интересно, вот, ну, потому что весь фильм, он у меня увязывался очень хорошо с вот этой идеей о том, что антифеминистки на самом деле пользуются всеми благами, которые феминистки когда-то выбрали. И они такие и сильные, и макияж у них, и ногти красят, и такие самодостаточные на улице, могут позволить себе выйти, там как-то действовать, стоять с какими-то гаслами. А вот на кухне они вроде как все те же сильные, но они сильные по-другому, они рассказывают какие-то жуткие истории про других женщин. И я вот, мне интересно, может, еще чуть больше послушать про эту сцену, как она в фильме, не про то, как снимали и как было, а как нарративно вы ее, с какими концепциями увязываете вот для фильма. Мне интересно, ну, услышать. Буду говорить за себя, но мне просто кажется, что кухонное пространство, как интимное пространство, его нужно было и важно было включить. И там, например, совсем другая камера и другая манера съемки. Там очень много крупных кадров и расфокусов. Ну и крупных кадров просто лица, жевания. Вот. Ну, наверное, нарративно это... Не знаю, можно ли сказать нарративно, но это что-то про личное, интимное и тоже вот какое-то такое деконструкция. То есть, где у нас там все остальное более четкое и более понятное, а эта сцена, она причем самая большая, по-моему, по хронометражу, она немножечко выпадает. Ну, но вообще у нас там нет какого-то нарратива, который был бы прям понятен, очевиден, мне кажется, я сама его там не прочитываю. Ну, то есть, нам еще делали, мы говорили о том, что это немножко похоже на необратимость Ноэ, потому что мы идем с конечной точки в начальную точку. То есть, по идее, это можно рассматривать как женщину, которая делает маникюр, а потом она с подругами обедает, разговаривает, и потом она выходит на протест, только в обратной раскрутке. То есть, ну, эти женщины, которые из сестринства, они солидарны с другими женщинами или нет? Ну, своими сестрами. Конечно. Женщины из сестринства, они как бы постоянно говорят о том, что феминистки возомнили себя глашатаями, как бы, что они как бы феминистки говорят за всех женщин, а на самом деле все женщины хотят другого, ну, а хотят они как бы там, ну, я думаю, сами можете представить, чего. Вот. Чтобы это не транслировать по-новой. Поэтому, конечно, ну, то есть они чувствуют какую-то, ну, солидарность друг с другом и с другими женщинами, которые еще не поняли, что что-то не так, как бы, там, с 8 марта, например, там, или еще что-то. Истории, которые они рассказывали, они же были, ну, этих, выходят на балкон якобы покурить, и
А сцена на кухне, она выглядит не, ну, не гуманной? По отношению к другим женщинам, да. Эти шутки не явно, не те, которые мы, например, мы или не важно, там, рассказывали бы или жали. Ну, как бы, нет. На самом деле там были в том числе личные истории. Ну, вообще, конечно, мы действительно, ну, в принципе, лично я не, ну, как бы считаю, что как бы, просто если послушать там, опять же, там, девушек из сестринства и других, то они, например, там очень много еще говорят вот про бодипозитив и как это плохо, да, там, про то, что там всякие там идеи бодипозитива, это на самом деле просто как заговор, чтобы истребить человечество. Там. Ну, я уже так немножко упрощаю, конечно. Ну, то есть к тому, что люди пропагандируют нездоровый образ жизни. То есть там те же там, бодипозитивные идеи, это как бы пропаганда нездорового образа жизни. И поэтому как бы, там, девушки как бы высказывались неоднократно, что ну, красивое тело, красивый дух там. Вот. Ну, то есть они против как бы, каких-то там проявлений неидеальности, потому что это нужно скрывать. Как бы, да. Ну, то есть, в принципе, солидарность в их случае, мне кажется, она как бы сводится к тому, какой нужно быть. То есть если там феминистские идеи ведут к тому, что какая бы ты ни была, ты имеешь право, да, там, то антифеминистские, они как бы говорят о том, что ты должна быть такой. То есть они как бы устанавливают эти рамки, в которые тебя должны вписать. Но этот страх лично мне, он, конечно же, знаком. И, но я не могу, то есть то, что он, я его разделяю, то есть то, что он мне знаком, и как бы мне есть определенная эмпатия к этому, но я не понимаю, что пути, как бы решения, там, пути жизни с этим страхом, там, как с ним быть, ну, наши тут кардинально расходятся. И дальше я уже не могу как бы идти в том направлении. А можно из вас цитаты, я в художнице, ну, может, там, я в людей с активистскими какими-то брала, в політичну позицію. Ну, я ось зараз думаю про те, що, звичайно, цей фільм не про сестринство, а про вас. Ну, тобто, про таку якби ліву художню перспективу і рефлексію взагалі ось цієї агресивної праворадикальної ідеї, яка якби скрізь проникає і візуальний світ, і публічний простір і так далі. Ось що ці образи жінок, ну і ця історія про руху, їхня риторика, що це робить з вами? Ух. Если честно, некоторые вещи, которые... С нами или с нами как с прогрессивной частью человечества? Ну, с вами, как с вами, в усих ваших... Проявах. Ну, если честно, то, что со мной делают эти девушки, можно по-разному описать. Но, например, то есть вы видели, там были такие моменты с фантазиями, фактически сексуальными фантазиями. И, ну, как бы я могу сказать, что это они тоже делают. Ну, лично со мной. Ну, то есть...
Я поняла такую вещь, что для меня, я искала природу этого соблазнительности этих образов, и я ее для себя определила таким образом, что она в недоступности, потому что эти женщины, это те женщины, с которыми я вообще, ну, я не могу установить с ними контакт, хотя у нас были такие фантазии, лично у меня были такие фантазии о том, чтобы притвориться и попробовать как бы вступить в их ряды, но я поняла, что... Ну, короче, вот, и эта недоступность, ну, вот для меня очень интересно все-таки этот момент, потому что действительно они как бы становятся для меня каким-то объектом и объектом фантазии и желания в определенной степени именно из-за недоступности. То есть мне кажется, что это и то, как работает, допустим, женский образ или там фигура женщины, когда говорится про божественность женщины, да? Когда женщина превозносится, говорится, что женщина – это богиня. Таким образом она превозносит, ну, она как бы отделяется от человека, как будто бы, и становится тогда уже этим вот объектом фантазии. И вот мне кажется, что это то, что, ну, лично со мной происходило, как бы, за счет того, за этой недоступности. Как бы. А Валя, может, что-то хочешь сказать? Да, у меня интеллектуальная часть в них. Возможно, возможно. Да, меня интересует интеллектуальная составляющая, вот этот момент того, что они публично говорят о том, что не имеют права говорить публично. Вот. Мне кажется, это хороший метод, в принципе, работы, и, возможно, его даже стоит, не знаю, да, взять на заметку и использовать. Вот это очень сильно. Ну что ж, всем спасибо. Да, просим. Ну ладно, сейчас. Сейчас вот еще есть вопрос, а потом сейчас еще. А, да, да. Ну я просто понимаю, что такой вопрос, наверное, не очень спрашивать, потому что он такой больше к тому, как вы делали. Ну, не по содержанию, но и тоже из разряда это собственные мои интерпретации, но мне интересно, ну, вот ты последнее, что говорила, это частично ответ на это, вот эти сексуальные фантазии в начале серии, изображенные в стиле Майя Дерен или там других новаторов кино, это было там сознательно сделано в таком стиле или несознательно, там какие киноцитаты, ну, то есть сознательно, несознательно использованы. Вот, и еще когда на лавочке тоже, ну, мне показалось, что это некоторая киноцитата Гадара, когда вы все заранее объясняете, что сейчас будет происходить. Ну, то есть это сознательно или несознательно? То есть насколько это... Ну, в принципе, у нас были какие-то ориентиры, которые, как бы, мы держали в голове, и... Ну, не знаю, вот Валя сейчас. Я скажу, скорее всего, это было несознательно, но несознательно, при этом мы понимаем, что у нас есть определенный бэкграунд, то есть мы точно не думали, что мы делаем что-то новаторское, а понимали, что вот это к чему-то отсылает. И как бы разные способы в разных сценах снимать. Вот. Ну, то есть мы не делали осознанных киноцитат. Ну да, были, но такие, я даже не знаю, насколько удачно, ну, получилось. Да, они были в голове. Угу. Вот. Ну и на операторскую съемку как-то тоже. И можно еще один последний вопрос? Я так и не поняла. Ну, там был кадр, когда ты идешь в пальто и оглядываешься. И я вот сколько ни пыталась, не могу вспомнить, ты куда-то приходишь и зачем ты шел. Это класс. Это самый непонятный момент. На самом деле, Аня все время шла в маникюрный салон. Но поскольку мы решили, у нас не было особо денег, чтобы арендовать целый маникюрный салон, эти двери, когда она заходит в маникюрный салон, но потом уже как бы весь маникюрный салон это дома был. Вот. Это была долгая дорога в маникюрный салон. И опасная. И опасная, да. Со смертью. Да. Yeah.
Ну, если нет больше вопросов, тут вот поступило предложение, я не знаю, если есть такое желание, мы можем для тех, кто опоздали, включить второй раз. И, да? Хорошо. Ну, а те, кто уже посмотрели, мы можем выйти там в коридор, наверное, там поболтать еще.